в истории России такого еще не было. Конечно, вспоминается Советский Союз, очереди в Пушкинский музей, сокровища Тутанхамона, Сальвадор Дали. Понятно, что это уже вроде как седая старина. А такого действительно в истории новой России еще не было. Мое мнение, что здесь причин две. Ну, причина первая. Это то, что сейчас имеет место экономический кризис. И этот кризис, конечно, влияет на все, на все стороны жизни. Но, как известно, культура, она живет по своим законам. И кризис в экономике, то, что люди теряют где-то деньги, теряют где-то работу, они, что, куда им идти? Им идти в культуру, им вспоминать о чем-то высоком, о том, что мир, он не только состоит из денег, там, офисов, а там, оказывается, еще и выставки бывают. Еще и художники какие-то творят. И вот то, что люди об этом вспомнили, это факт. И здесь я думаю, что если кризис будет продолжаться, я никому не желаю, чтобы он продолжался, дай бог, чтобы он прекратился, но если он будет продолжаться, то мы увидим еще большее посещение выставок, и не только на тех классиков, которые у всех на слуху. Ну и с другой стороны, конечно, вот то, что эти классики у всех на слуху, это тоже большое значение имеет, потому что действительно вот такого масштаба выставок, как с Серовым, такого масштаба, как с Айвазовским, не было уже давно. И, ну, все-таки Айвазовский – это Айвазовский. Его знают все. И на кого идут? Идут на имена. Людям нужны имена. Эти имена вспоминаются в первую очередь, поэтому туда просто идут абсолютно все. Не только узкий круг ценителей, а действительно, вот что называется, широкие массы. Ну, наверное, здесь есть еще третий момент, то, что, конечно, выставка Серова, на нее был немножко искусственный ажиотаж, вызванный тем, что с билетами была проблема, касса была одна, не справлялась, ну, две кассы. Народу сначала было немного, а потом ее посетил президент, очень широко это как-то было растиражировано в средствах массовой информации, и вот в последние дни народ пошел, даже так пошел, что пришлось продлевать. Я, честно говоря, думал, что с Айвазовским, поскольку Третьяковская галерея сделала выводы, выводы сделала очень хорошие, действительно, и количество касс увеличено, и билеты сейчас можно брать через интернет, что я думал, что такого ажиотажа не будет. Но, как выяснилось, ажиотажа нет, но посещаемость есть. И то, что Серова посещали в среднем 4500 человек в день, а Айвазовского больше – 5000 посещают в день. Это много. И, значит, все-таки дело не только в ажиотаже, а все-таки в тех двух причинах, о которых я сказал. Это поворот к духовности в связи с экономическим кризисом и, ну, то, что действительно это такие раскрученные имена и действительно великие художники. Я думаю, что если эта тенденция сохранится, то люди потянутся ко всем видам искусства. И к современному, и к модернистскому, и к неформальному, и к каким угодно. Опять возникнет интерес к инсталляциям, к перформансам. Это все опять будет. Просто сейчас первый шаг после двух десятилетий практически, ну, скажем так, сильнейшего падения интереса к искусству, и очень печальную нефтяной иглы, которая колола не только всю Россию, а колола и нас, и культуру России. Мы ведь тоже это все чувствовали. Мы чувствовали, что люди думают не о культуре. Люди думали о деньгах, о наживе. И думали, как бы побольше нажить. Это вытесняло абсолютно все, как у Пелевина орально-анальный вау-фактор. Вот это вау, оно слышалось отовсюду, когда человек вместо личности превращался в identity. И то, что сейчас, по всей видимости, и я очень на это надеюсь, произойдет переоценка ценностей, действительно люди опять вспомнят о высоком и потянутся к чему-то, к красивому, по-настоящему красивому, к той красоте, которая спасет мир по Достоевскому. И я думаю, что если этот процесс пойдет дальше в том же направлении, теми же шагами, то мы это увидим и на выставках современных художников, и не только классического направления.